Челябинские школьники спели вместе с Трофимом. Знаменитый музыкант накануне дал концерт в южноуральской столице. На сцену вместе со своим кумиром детская студия Олега Митяева готовилась несколько месяцев. Учили песню и выбирали костюмы. С Сергеем Трофимовым ребята познакомились на последнем Ильменском фестивале и почти полгода ждали мастер-класс от знаменитости. И вот мечта юных талантов осуществилась. На сцену пришли, мы стали втроем с ним, то есть на переднем плане. Нам дали микрофоны, стали петь. Потом он подстроил нас там по яркости. Ну, сказал, что мы ярко поем, но здесь надо погромче включить. Для ребят, кстати, это не первый опыт общения со знаменитостями. Они уже выступали на одной сцене вместе с куратором студии Олегом Митяевым.